В 70-летний юбилей белорусского тракторостроения в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоялись экстремальные гонки на тракторах «Трактор-шоу» с участием механизаторов со всей страны. Победители и призеры соревнований получили награды в виде новых тракторов «Беларусь». Организатором мероприятия стал Минский тракторный завод и бренд «Беларусь Тракторс». При поддержке областных исполкомов и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». 14 октября 1953 года с конвейера МТЗ сошел первый серийный трактор полностью белорусского производства, начиная с конструкторской разработки и заканчивая готовым изделием.